скорость надо набирать. Я тебя хотел подтолкнуть вообще-то. Помочь тебе хотел. Не мы, а ты. Не, я боюсь, что вы собьете меня. Я специально ехал, чтобы тебя подтолкнуть. Руку поднимай вверх. А там вы сидели? Ну, мужчина пусть уходит. Не женщина же будет выступать, мужчине нет. Не, ну, мало ли. Ну, как это мало ли? Разве ситуация была? Типа, только на 8 марта, что ли? Ну, дальше сама. Да. Или не сама, еще надо. Нормально, нормально. Точно? Да. Тоже положено. У тебя задняя стоечка, надо вперед наклоняться. Все, принцесса, рок-н-ролл. А, блин, я тебя потерял, думаю уже звонить, смотрю, куда ехать вообще. Не туда. Мы проскочили, что ли? Конечно, давным-давно. Ё-моё, а я что-то смотрю, и где? Нам надо было сразу. Да нет, надо было найти, вот где вот эта хрень, что там за хрень лежала? Там камни, но где по низу катаемся. А ты их видел? Я что-то не заметил. Не-не, надо было вот именно то место. Смотрел и не заметил. Не, а здесь мы в елках застрянем. Надо именно вот в том месте. Ну давай тогда в следующий раз поедем, еще раз посмотрим. А ты видел прям эти камни? Да мы сейчас в дебри залезем. Думаешь? Да я стопудово знаю. Это прям хихцир. На хихцире такая же хрень. Смотри, следы-то есть? Ну... Ты... Я бы по чужому следу не пошел бы. Хороший след. Да не, Алексей, давай найдем те камни, если ты их видел, надо было показать, я что-то вообще... Да ты там в девочку уперся, все. Ну да. Так надо было там на пологом, что ли? Я что-то не понял, где это место. Ё-моё. Ну давай, вот этой, как ее... С Ольгой туда же проедем, она сейчас, наверное, приедет. Я что-то смотрел и не понял, где эти камни. Ну а что, ты хочешь вверх, что ли? Я только вниз.